Red Dead Redemption 2 компания Rockstar Games создала будоражащий, открытый мир нового типа. Это сага о жизни вне закона, в которой сплетаются история, сражения, Arthur, let's go, quick! Путешествие и ваш выбор, а опасности на каждом шагу. Вас ждут захватывающие приключения, которые найдут вас сами. Пока вы будете исследовать единый мир. Gentlemen, you all know what to do. Вместе с прочими членами банды Артур сможет совершать самые разные преступления. От крупных ограблений Come on. До личных разборок. Let's go. Come on. Можно ограбить поезд, путника или повозку, обчистить лавку, залезть в дом или выбить долги. Или вы можете просто исследовать мир в одиночку, если хватит пороху. В городах и за их пределами полно других банд и преступников. Они разные, но намерения схожи. How's that score you stole off us? Which one? Цивилизация наступает, и слуги закона не дремлют. Выслеживают бандитов, осматривают места убийств. Mother, have mercy. Now, I'm not a fellow to pass a quick judgment, but I know you don't hire a saint to catch a sinner. За вас назначили награду. Ждите охотников за головами. Артур должен быть готов защититься от любых опасностей, что готовит ему судьба. В ходе игры способность «Меткий глаз» будет совершенствоваться. Вы сможете замедлять время, подсвечивать цели, а также видеть самые уязвимые места врагов. Как и когда ее использовать, решать вам. Ход событий игры будут определять решения, принятые Артуром. Вы сможете выбрать ему одежду, лошадь, пищу, а также оружие. Бреетесь и мойтесь или нет? Дело ваше. Red Dead Redemption 2 наполнена занятиями на любой вкус. Множество неразгаданных тайн и новых знакомств. Вы сможете ввязаться в перепалку, зайти в театр, ловить преступников, биться на дуэли и многое другое. Be careful out there. This is nasty country. От вашего поведения зависит, как к вам будут относиться другие люди. Son of a bitch. Можно играть с видом от первого лица. Любоваться кинематографичными видами с помощью особых камер. Иными словами, вас ждет реалистичный, густонаселенный мир, полный опасностей. This world has its consolation.